Приветствую вас. Вы знаете, объективно, если смотреть на эту ситуацию, безусловно, неоднозначную, безусловно, требующую анализа дальнейшего, вот, объективно я бы сказал, наверное, следующее, что если есть люди такие, вот, которых вы, к примеру, любите, да, или которым вы испытываете симпатию, но которым неинтересны вы, то это свидетельствует только о том, что вы хотите, пытаетесь через этих людей дополнить в себе то, чего вам не хватает. То есть вот есть нечто, есть нечто, есть что-то, что-то, чего вам не хватает. Объективно, просто вот объективно, да? И вы пытаетесь это для себя получить через этих людей. По сути, речь не идет о любви какой-то по отношению, там, допустим, к другим людям от вас, ну, с вашей стороны. Речь не идет о том, что вам кто-то не нравится. Речь идет о том, что кто-то вызывает у вас негатив, да? Кто-то вызывает у вас негатив. А кто-то вызывает у вас позитив. То есть кто, в ком-то вы чувствуете, условно там говоря, потребность, а в ком-то нет. В ком-то вы чувствуете, условно говоря, нужду, а в ком-то нет. И вот эту нужду, эту потребность нужно исследовать, ну, на мой взгляд, как мне это видится, да, как мне это кажется, что нужно это исследовать, разобраться с этим нужно. И тогда, может быть, вы увидите, что за этим стоит, тогда, может быть, вы увидите, как обстоят дела. Вот. Это вот, в принципе, то, что можно сказать. Если у вас есть раздражение, да, то есть вот раздражение, например, на, допустим, этих людей, они вас раздражают, вам там, ну, неприятно как-то, вот. Может быть, что-то еще, что это опять же нужно исследовать, знаете, любое, по сути, любое отторжение, любое отвращение по отношению к человеку, да, вот, ну, на мой взгляд, это какая-то такая не очень обоснованная история. И связана она опять с тем, что вы сами для себя, к примеру, чувствуете. Как вы, к примеру, сами себя ощущаете. Вот. То есть, на мой взгляд, ситуация, она, ну, вот, такая.
А что именно, да, вот что конкретно? О чем конкретно идет речь? Тут уже нужно исследовать, тут уже нужно смотреть, тут уже нужно изучать, и так далее. Потому что, ну, не совсем понятно. Вот. Как с этим быть? Ну, в первую очередь, наверное, обратить внимание на себя саму. И посмотреть, что же вам все-таки, допустим, нужно от людей. То есть, в чем вы настаиваете, почему такое непринятие идет, да? Вот. Это очень важная история, очень важный момент. Ну, я думаю, что так. Я думаю, что так. То есть, я думаю, что вот вам ответить можно так на ваш вопрос. Насколько вообще это возможно? Исходя из того, что вы написали, да? Ну, я думаю, что любой человек, скажем так, да, любой человек достоин того, чтобы, ну, его воспринимали адекватно, любой человек достоин того, чтобы его воспринимали, ну, как-то вот, в соответствии с его особенностями. Вот, и то, что вам именно кто-то не нравится, да, вот если вам, условно говоря, вот кто-то не нравится, то у этого есть причины. У этого есть причины. Какие причины, да, это уже нужно выяснять, потому что я не знаю. Вот вы пишете, любят те, кого не люблю я. Ну, это нормально, к этому надо быть спокойно. Внимание уделяют те, от кого мне это не надо. Ну, опять же, да, то есть такое ощущение, что вы вот в людях отрицаете то, что сами видите. Себе. Опять же, я в этом не уверен, да, то есть, как бы, я не знаю, но мне видится, да, история мне видится такой. Вот. Как бы. И смотреть тут нужно именно вот в этом направлении. В направлении изучения того, значит, какие чувства вас вызывают? Ну вот, эта история. Эта история с людьми. Вот. Что касается того, как с этим быть, ну вот вы сперва поисследуете, свои чувства, которые вызывают вас. Подобные ситуации. А после уже будет, в принципе, видно. После уже будет, в принципе, видно. Что делать дальше? Как с этим быть? То есть, как с этим быть, чтобы что? Цель-то у этого какая? Конкретно. Чего вы хотите? Как у вас обстоят дела? Ну, личной жизни, например. Как у вас дела обстоят во взаимоотношениях с партнерами? Все ли у вас хорошо в этом? Или нет? Если все хорошо,
просто не обращай, не обращайте внимания. Что да, то есть, нужно посмотреть, почему вас это задевает, да, и, соответственно, поисследовать, чтобы не задевало. Если не все хорошо, то в таком случае нужно исследовать. Нужно исследовать и смотреть, откуда эти чувства берут свое начало. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.